Спенсера против Астралиса. Я выиграли именно эту карту, но времена меняются. Меняются и приоритеты. Пока взрываются двери, Дюпри ждет десанта в вентиль с ножом. Перфект его проверяет и понял. А сколько сегодня онлайна у Братишкина было на этом, кстати, слышите? Он проверил вент, прежде чем прыгать. Какая дичь произошла? Сколько? Ну, 40 тысяч где-то около, плюс-минус. Стрелял почти бы, 40. Да, скорее всего, энтри, а получилось наоборот. Ну что, останется бомба. А вот девайс бубски уже дают ответные фраги. Пистолетка не прошла еще. Перфекта падает бумыч и 4 в 2. Что по гранатам, ребята. Найс качество, блядь. Падает флейм, без шансов. Эрик 1-4, тут просто... Так, тебя со стикерами, ты ж не хотел. Походу, да, электроник уже никуда особенно... Так стикеры можешь снять. Не пытается сражаться за... Ну да, стикеры можно снять. Почему? У него нет армора, у него нет гранат, что он сейвил. Это кто, блядь? Это Бубский. Еблан это нахуй. Убери этот трек. Уже что, на что расчет просто как-то вот... А, ты убрал стикеры? Это же электроник, один, неужели он никогда не вытаскивал такие моменты 1-4? Вытаскивал? Это же, это сейчас ошибка, походу. А тут даже не захотел, да. Напиши еще раз. А, так Бубски 3 килла дал, охуеть, уебище. Заплывать начинает команда, то ли общаться между собой, то ли какой-то пожар произошел. Главное, чтобы не переросло на вторую карту. 2-0-1 на Нави, коэффициент от рематч, 1.75, все-таки чуть-чуть фаворит Астралис в этой паре. Как и отмечали до этого наши аналитики. Ну и получаете бонус 100% к депозиту. Кликайте еще, на баннер еще по трансляции. Друзья, поехали. Улица, электроник, диглы от Нату с Винсером. 2К форс, есть флешечки, но, конечно, нужны хедшоты. Но все равно. Фраги, энтри. Не, не, нормально, слышишь. Ну, может быть, если проверят. Просто стикеры, я не знаю. Но лучше бы стикеры. Проверяют, то проверяют скорее снизу. Не, ну если скидсом было 40, то это много очень. Почему? Их потом стоит. Ну, кстати, экономически... Понятно, что это не как с бустером, но типа... Но есть, это очень много все равно. Бля, какой же он крип, пиздец. Даже зонится с мачком, как красиво получилось, его туда же бубочку не совладать. Что ж ты с этим дымом сделаешь? Нужно уходить обратно, поджим от Флейва. Довольно активно с первых же раундов работают Астралис, потому что нужно подметить. Флейми вернулся. Флейми сейчас злой, он говорит, ебать, вы меня кикнули нахуй. Да и в общем-то получается в этом BO3 минус. Почему убито? Кстати, Флейми охуенно играет на этот, на... Хорошо, для обороны. Вот тут бы залетел бы хедшотик от Бумыча. На нюка. Вот возможно было, если бы он ушел. Нет, там бита взяли, потому что Флейми не идет на Инферно. Ну поехали, последние эпизоды. Будет играть только Инферно. Ну, это 2-0. Хороший, бодрый старт для датчан. Флэми будет играть. Ситуация, конечно, всегда. Хорошо было бы, если бы выиграть пистолетку за атаку, либо форсик. Но будет закупка в третьей. Ой-ой-ой, это граната. Отличная такая. Потушила. Симпл ушел, бля, вперед, нахуй, просто. Течка третьим спылом просто запрыгнет туда. Ну и вот интересная ситуация складывается. У Нави была бомба с пистолетом. Успел поставить две мины, блядь. Во втором. И сейчас все равно отыгрывают, имея 4 Галила. Да, у них, конечно, 19 гранат, это здорово. 4 Галила, вот это Галила. Хотя, конечно, и у соперника закупка далеко не самая приятная. Ой, скаут вместо АВП и на МПшке остается отыгрывать Дюпри. Снова Глейв, снова пушит улицу со скалы. Давить. Не, Глейв убьет сейчас Элика 100%. Зачекайте крысу. Так, ну, может быть, проверит электроник. Флейми дает фраги. Глейв все светился, но кто-нибудь размен. Да, хорош, Бумыч не отпускает. Отлично, он тут был на пристроечке. Да не, сейчас пойдет улицу. И, в принципе, уже отлично отыгранный раунд команды Нави. Главное теперь поджимы контролировать и не допустить. Все типы уже не возьмут ни одного. Отдача раунда, ситуация 4 в 2. Не допускает. Мне кажется, так. Минус Дюпри, Мэрис последний. 1-4. Короче, я думаю 11-4 будет в пользу Нави. Но посмотрим, что будет делать Мэджиск. Мэджиск уже сейвится, судя по всему. Да, вариантов других у него нет. Если подсейвится, пизда, блядь, сука, руки пиздой какой-то пахнут. Че за хуйня? Да, нихуя было, а не сувать их. Да вот именно, что нет, блядь. Фу. Что? Знаешь, такой немытый пиздой, блядь. Какая-то больная пизда была. Мерзкий, блядь, сука. Нет, не знаю. Давай, дай уважение Мэджиску. Но ясно, что Нави вагиноз, блядь. Вагиноз. Мне кажется, вагиноз это то, что у тебя на члене вылазит. Вагиноз? Артур, когда у тебя секс был последний раз? Недавно. А, да. Полгода назад. Злого кличка палочник. Это когда ты девушку с маленьким ребенком ебал? Блядь. Мы, если что, стримим, и тут клипы будут делать тоже. Клипы, да. Не, он ебал девушку, у которой был маленький ребенок.
да. Имелось в виду не вместе. Ну да, просто не... Особо ничего не поменялось. Имеется в виду не с Рисом, а вообще не по сценарию команды. Артур, Рис, а у Риса Рис уже с прицепом. Слышь, а то что-то а если бы внутри, то это даблкил получается. Тоже это все равно когда-нибудь это должно произойти. Столпоем. Если ты только туда ебанул. Поиграл с ними там 3-4 дня, там, не знаю, там пару праков закатал, там пятерку. Если бы там был один, то ты ему мог под крепу кинуть. Лёркера, лёркера. Лёркера. Здесь избавляется от соперников, минус электроник на улице, но там еще 4 неспавы. А, это фирменный раунд. Самая главная проблема. Ребята заострались. Да, хотя даже в этой перестрелке против Маджеска у Элика было преимущество, неоспоримое в позиции. Конечно, баб поставил. Да не, да я всегда же Нави топлю, даже без бабы. Для Нави пока... Ну что, я просил только не ставить против него. Глей выехал на поиски Бумыча. Кто? Таня? Перевел прицел, вот уже 4 в 4. Мне похуй, я всегда на Сане ставлю. Есть одно правило, нельзя ставить. Поэтому ты бомж такой. Это в доте, брат. Нави в этом направлении. Можно ставить. Не, в КС так же работает. Так же? Ничего не знаю. Ну, Нави в доте прям вообще, конечно. Ну, у него пока ни одного кила. Тим в чате пишет, блядь, а кто вы все, где Якобчук? Мы ждем решения от Нави, действительно, еще мы где Копчук тут? Там. Это канал Якобчук. А Якобчук в бане. Больше похоже на возвращение на точку А. Вот. Единственный вивер, блядь, Якобчука пришел на стрим нахуй. Не понимаю, что происходит. Просто точку. Молик. А кто такой Кел Тузад? Диск внутри, по-моему, будки. Вот. Это Лич. И Кельтас. Непонятно. Просто звонят. А Кельтас это инвокер. Мэрис заход на Аплен, два мейн. Ну и вот будка, дверь, куда пойдут ребята, сейчас увидим. Ну, даже фраг от Маджеска тут на ситуацию не повлияет, он его действительно дает. Бить его. Ой, Саня ебет, блядь. Один в один, пойдет. Да похуй, тут ничего не поменяется. Девятку взять, чтобы ползет крыса. Да нет, не возьмут. Так что пока 2-2. Но датчане попали не в самую приятную экономическую именно ситуацию. Потому что проиграв один, они уже делают эко. Он увидел? Так что пока, наверное... Кого, блядь, он увидел? Через текстуру, сука, долбоёк. Ну, если бы брали третий, конечно, гораздо сложнее. Все, они будут крысить и выбивать девайс. Пока что у Нави выход на равный счет. И действительно пока абсолютно... Флейми чекнет по-любому эту хуйню. Друзья, между Нави и Астралис. Вон ногу видно, Флейми, алло, блядь. Первые оружейные такие уже... Раунды с ВП. Чел сонный. Блять, а скажите, пожалуйста, что есть за игры нормальные на телефоне? Кроме, блядь, Brawl Stars, нахуй. Кроме Brawl Stars. Brawl Stars, блядь. Я говорю, только хотел сказать. Прошел клан. Нет, ну какие-то нормальные. Но пока все здорово, оружейные раунды берутся. Спасибо, короче, ясно, блядь. Команды Астралис, девайсы, бубски. Вадя, PUBG, охуенная игра поиграть. Да, спасибо, блядь. Короче, ясно, я не тут спросил, блядь. Надо было у людей спрашивать. Раунд прямо сейчас, друзья, у Нави. Ну, по деньгам. Мы стримеры. Или в чате. Ну ты и узурпатор, блядь. Но это только у него. Так, у Бумыча 2000-1800 флэми и Элик. Так, разведка будки, потушил, выход. Да Элик, ты что, ебанулся? Такой пуш от команды Нави, неплохо. Который разваливается, а вот это хорошая попытка, а что там? Наверное, такая. Да, но они зарашили в байки. Вот сейчас вы показали, что да, на двери происходило, что Нави уже меньше камер над плентом, потому что нам показывали электроника, там все понятно, потому что его вышел, потом уже сверху. Я не понимаю, как игра может начинаться в час ночи. Команда Астралис, ну и вот у Дюпри говорит, не-не-не, такими пушами нас не возьмешь. А, внимание направлено на девятку, из-за этого ящики не проверили. Еще и Глейв шил здесь, смачок с мейна. Моргенштерн пишет в чате, продаю ресторан в центре, недорого, готовый бизнес. Слушай, а может быть, вот сейчас я чисто так предположение вброшу, пока коэффициенты отсайта по рематчу, но тотал раунд... Чел пишет, а кто видел стрим братишки на Хесус или нет? Ответьте, пожалуйста. Он думал, что у Астралис на Апленте будет меньше человек, наверное, была какая-то инфа, то есть подготовлена раунд, не забывайте о баннере под плеером трансляции, да-да-да. То есть он такой, типа, сколько там, 3-4 игрока было у них, а я думал, будет меньше. Не, ну ты абсолютно прав, их прочитали, ну вот. Это сигналы, ебать, там Кока-Кола выходит. Они там не повторяются, там, в основном в раундах, они все время пытаются разнообразить. Сейчас вот прочитали этот заход на Б, и как раз здесь все были, они по Джимми улицы, либо не в ангаре, а именно здесь, вот на выходе, где нужно было находиться. Что там про Ивангай сказали? И реально это выглядело очень круто, но это пока что только один. Бля, я сыплюсь, пиздец, как же поздно, я ебал.
докупаются ребята из команды Нави, причем на все деньги. В итоге это два клаша. Да, мне, блядь, стоматология ебашь. С хорошим набором гранат, но не берут, это уже экономически. Ты же ПКД сидишь до утра. И вот здесь как раз играла свою потерю. Я охуеть, прикинь, спать хочу, я в охуе. Позапрошлом раунде на антиэко. Ты спи, брат, уже закончим. Так надо в доту еще пошпилить. Действительно, три пистолета. Пара, блядь, для хорошего сна выиграть. Ну, одну нужно ебнуть, ебать. Ну, для такого небольшой по деньгам готовят хорошего с улицы. А вот две будут проходить, скорее всего, в тикле. Там уже видим Глейв находится. Надо одну выиграть, вторую проебать. Он не малая какая-то рогатку скинула. Что-то там многое себе позволяет. Скинь мне злой. Мне та же самая. Рогатку. Посмотрите на эту. Реально, блядь, рогаткой камни. Слышишь? Она такая волосатая рогатка. Да. Это... На К начинается. Да, то же самое скинуло. Катюха, что ли? Хуй, блядь. На одни и те же самые волосы. Из винтов выйти все-таки не дали, вот теперь это фейк ебучий. На А-плен все-таки сработал, особенно сработал здорово электроник, два фрага от него, и вот как раз его глаз я бы очень хотел понаблюдать за повтором, как он влился в мейн, как он работал. Задай лично этот вопрос. Благо, конечно, два авика Астрали в следующий раунд унесут, но выглядело это достойно. Да, и что-то произошло с мейнерского дюкли. Одного-то ладно, там за вентилем контролили. Нихуя себе. Вот что там делал второй в это время, да, вот прикольно. Слушай, тебе бесплатно скинули, радуюсь. Ты попал под акцию. Делаю конкурс лучшие сиськи в директ от девочки. 10 тысяч. Бля, прикинь, реально, мне кажется, были те, кто участвовал бы, нахуй. Конечно, были бы. Я один раз видел видос, как чел дрочил на чей-то стрим, и типа, и закончил это. Что закончилось? Дрочить или кончил? Не, охуенные этот рассказывали, у Гуакамоли была хуйня. Я смотрю стримы Вишенки, что-то такое. А что там было? Там, короче, голый тип себе хуй надрачивает, где я смотрю стрим Вишенки и Гуакамоли, сам себе сосать хуй начинает. А потом кидает страйк на канал. Ща я найду эту хуйню. Подожди, я не понял, короче, хуйню. Смотри, я зашел на сайт, скинул фритича, байовал. Бай это купить, овал это сова. Читается байовал? Нет, бай это купить. Нет, бай это купить. Бай это снизу, и только с мейна там будет залетать девайс. Бу, я за твою бу. Я ее ебу. Фен пытается выйти безуспешно. Один в один доигровка. Красный Глейв против фулового электроника. По идее, не тут не взять. Да и бомба пищит достаточно быстро. Плюс ко всему, ура, Юля проснулась. Лукас Рассандл понял, что это плачет. Лукас Рассандл, бля. Долбоёб, блядь. Купить сову. Где купить сову, блядь? Buy Oval. Ладно, выбивание было у Астралис. Сложно сказать. Ну это какая-то жесть. Он там, возможно, с вентиля какие-то гранаты им накидывал, но казалось, что у тебя просто Вадим, один игрок выключен, там с вентиля, с МВП должен был. Да. А второго забрали можно сразу пойду же. С вами и постримлю? То есть, по сути, конечно, да, можно, блядь. 3-3. Спасибо, Маша. А чё мне Бубски не скидывается в Инстаграм сейчас? Девочки, если кто смотрит, и Бубски жду в директоре. Явно побыстрее не стали отыгрывать эту карту, по-моему, в студии отмечал. Жду большие бубски. Артур, посмотри фрики, тебе понравится. В основном маленькие. Не, мне, кстати, такие большие скидывали, я охуел. Ребята, давай. Бодро сразу эти два авика схватили, да, сразу увидели Нави, и потом все-таки додушили все это дело, потом еще и заруинили в экономику, ну и теперь уже с отличным бодрым стартом ребята играют на карте Нюк, уже 5-3, вот еще чуть-чуть тут не совершили ошибок, а это учитывая, что ты еще проиграл старт. Сейчас Силой такой, так что я, блин? Первые два раунда ты отдал. Я смотрю стримы Вишенки и Гуакамоли. Что-то боже, делать? Ну, посмотрим, блядь, пока что улица посмотрим. Все спокойно, здесь абсолютно. Стрим Вишенки и Гуакамоли. Нет? Блядь, нет? Блядь, ты же сейчас давай. Еще электронику раздали. Катюха впишет в этом директе. Но это не Икадзе, а просто Катюха какая-то. Кстати, ГГ такая хуета, с телефона такой пиздец.
диски не кидаются. Вот-вот, славненько, Нави доигрывают раунд, осталось дело за малым. 4-3 на карте. А, кстати, МКС поджимает со стороны рампы. Они за атаку, Нави за атаку не берут на нюке, вот они. Кто еще в доту пойдет, ребят? Я. А еще? Картман и Exile. И Байоу. А, у нас уже 6, да. Так мы 5 на 5 не соберем, или? Ну, еще 4 надо. Ты идешь в серию? Ты идешь, или я иду? Уже 7 тогда. Ну и отличная пока что атака на карте нюк. По пику Серёня идёт, изи ван будет. Все неплохо. Ну давайте посмотрим, что там по второму оружейному раунду. У ребят из Астралиса, когда не будет 2 АВП. Да не, я вижу, кто это. Вот если он не будет работать, тогда, тогда все просто шикарно. И Нави реально тут быстренько за атаку наберут большое количество раундов. И просто да. Соперников. Но Бобски пришел к такой полумере. Чё-то Бобски не хватает в директоре. Конечно, уже не АВП. Бля, кстати, не думал, что такие байты будут работать хоть как-то. Статистика в хорошем смысле, как нет, верно смысле. Была. Главное, что набирается раунд. Не гони. А я думаю, разбрасывается что... улица, лейв теперь... Что? Как ты лечишь, блядь? Твои. Не, в смысле, я тебе бедро выберу. Да, и в ангар пошел электроник, размен не смог дать, но может быть попозже что-то найдется сейчас. Не-не-не-не, сиськи не приходят, жопы тоже не приходят. Ну типа прям очень мало. Блять, Элик, ты чё? Сколько? 18. А сделай на рассылку. Что это было? Ой, блядь, пизда. Вы видели вообще, как это изначально было? 5-3. Хотя 100% должен был быть фраг. Все, въебали игру. Да, шихуёва-то так. Последняя надежда на выход в рамп, но здесь помимо... Что они в каждый другом еще умерли? Что там Блейв за магию сотворил? По идее, 100% размен. То есть электроник видит бок, 4 в 4, дальше проход под 9. У меня на районе. В общем, разнообразные варианты есть, но вот только посмотрите. Ебать, что за трек заиграл? Где это? Да ладно. Просто 18 хп у Блейва. Замансывал его за ящиком, просто невероятно круто. Да. Сейчас на круиз, сутенечку запустил TeamSpeak, но и начинают потихоньку уравнивать игру Астралис, но это только один раунд, нужна серия играет за защиту. Нужно выбить экономику из Нави и вообще им подрубать, да, все забирать до конца. Подожди, Ман, я придумал, какой тебе калаш нужно скрафтить. Так еще может быть с выигранной пистолеткой там что-то. Какой? Хотя у Астралиса тоже есть шикарный раунд. С этими, со стикерами Димасик. Вообще переехать, если где-то попрет, поэтому давайте просто наслаждаться. Да, Димасик есть. Савангард кинул. Зазорчика, он тут есть, но уже нету игроков. А тяжело крафтить? Под раздачу прошел электроник. Покупаешь, блин, все. Нет, нет, сиськи своей девушки не считаются. Нифига прикольно, где найти такие? Чё пишет? Нет. Сиськи... Сиськи бывшие. Типа... Нет, сиськи считаются только если от такого же аккаунта отправлены сиськи или жопа. Вот это считается. Короче, я буду отбирать работу для Вадима, скидывайте мне. А если мы пока... Будешь отбирать, я в ментовку пойду. А если тип будет, придет с работы, с завода, и пока жена спит, разблокирует ее телефон и скинет ее сиськи, это нормально? Так, может быть, да, я не узнаю об этом. Покупать его. Да, целенаправленно покупать, это немножечко посложнее ситуация, там чуть больше тратишься. Ну что же, смотрим, друзья. Действительно, проход может быть очень интересный. Чапиш, как называются родители бита? Битмейкер. А, вайтрапиш. Фейкс бита Б. Битмейкеры. Девятку хотел, это уже не важно. Глэйк очередной энтрикил в раунде. Подловили девайса под флешку, но он здесь уйдет. По идее, абсолютно спокойно. Даже не стал накидывать смачок. Подумал, лучше я тут подцелюсь. Да, Бубски уже поймал электроника на сети. Поймает он, типа, вот. Соответственно, это 5-3. Давай, Флейми, как умеешь. Ну, придется десантиться, девайс. Конечно, такое берет. А вот тут второй прыжок был немного лишним. Симпл ловит девайса на этом. Проблемой для Нави будет время. Но за 10 секунд до окончания раунда бомба все-таки ставится. Бубски. Какой жирный минус был по перфекту. Симпл забирает Дюпри, но он 1 в 3 в этой ситуации. Его пиздаем. Мэджиска, ну и 5-5, друзья. Тяжело идет. Очередной хороший раунд Астралис для команды Астралис. Тяжело в игре, легко после нее, когда в руке под лайт безалкогольный Мёльнир. Ух, ну посмотрим, насколько скоро зайдет этот под лайт. Может быть, еще и даст, посмотрим. Ты решил сразу подороже? Ну, наверное, да, зрителям бы этого хотелось, все-таки мы понимаем, что... Диман на долго. В матчах Нави в 4 раза больше, чем на других матчах, то все же приходят за них, наверное, поболеть коэффициентом. Играть. Наших друзей замечательных, невероятных. Бля, это пиздец. 2-0-8 на Астралис. Ага, и 1-7 на команду Нави. Не, в тильте, блядь. 5-5 счет. Хуйня полная. Просто пиши неги и сортируй по цене и все.
Сейчас надо 5 брать. Килл от девайса. Курскал пытается на рампе переиграть. Проверяют на прочность. Но играет пока что он надежно. Отъезжает Мэджис. Со вторым авиком на рампу приходит девайс. Флешка. На самом деле его нет смысла покупать. Но Флейми находит Дюпри. Нужно отметить, что это уже второй фраг из Дигла для Флейми в рамках этого раунда. Он еще и выживает. Хотя получается 8. О, Курскал заканчивается. О, хороший Элик, давай. Дим, ты больше черного ножа нету. Два в одного момента. Илья, аккуратно. Есть. Блэк Пёрл. Ну, или у него получается 40 СП остается. 72 у электроника, у него скажет. И бомба-то, вообще там на точке А находится. Девайсы за спину заходили, он вообще не понимает, что тут происходит. Не, есть прям черный, я забыл. Мы играли Black Pearl. А, черновый ламинар, но он же не черный, он как ванила. Посмотрим, нет, реакции не будет никакой у девайса. На, сосать нахуй. В этой ситуации важнейший раунд вырывает команда Na'Vi. Ну просто жестики. А вот и бомбская первая ошибка такая серьезная. Не есть ножи в пиздец. Иван, почему ты говоришь, хочешь черный скин? Ну, ты говоришь, Мьёль нарулять. Он же просто жёлтый. А вот и флейминатор, собственно говоря. Какие есть скины на пулемёте. Выезд на место, преступление прямо с Дигла в руках. Если Дигл взял конспайры сейчас. Конспайрси? О, мэн, класс. Да, только что было отдано с их точки зрения. Такое появиться не должно. Но и реплей. Так, смотрим. Это вроде бы было... Довольно просто для Флейми, что черный скин нам только надо. О, красиво. Ой-ой-ой-ой-ой. Это мог колазить красная линия, а авик взять этот графит. Разломать. Вот Бубске надо включаться, он-то как раз не бит. С командой полгода уже, как бы. Че, блядь? Найти свое место на карте точно должен был. Пизда, нахуй. И темп чувствовать, ребят, тиммейтов. Посмотрим, еще, возможно, мы увидим его хорошую игру. Это прикольно. 6-5. Последние деньги для Астралис. Небольшой запас у Na'Vi есть. Ну, если говорить про символа, там вообще 4600. И пока очень равная игра, очень бодрая. Хотя нужно отметить, что на нюке зачастую Na'Vi как раз в атаке. О, Бубски, смотри, что делает. Видим поджим от Бубски. Очень, крыса, да? Очень наглый, просто невероятный. Охуеть. Супер ранним таймингом, с Диглом в руках. Душить сквозь смоук. Диман, пулемет какой можно взять? Илюха заснул нахуй. Я на такие скамали. Опа, буст. Ну да, капитан сказал убить. Я пошел и убил. Я тоже не знал, отлично сыграл Бубски, действительно, как бы не потерял, все шикарно, опять 2 всего, 5-3 ситуация на карте, и важнейший раунд сейчас может быть. Ну, это ты узнал, зато узнал. А как быстро подниматься по лестнице? А ты знаешь, как быстро подниматься на лестнице бесшумно? На шифте. Нет, знаешь, как быстро подниматься бесшумно? На шифте и боком. Боком, боком. Или смотреть вниз. Нет, боком, короче, по сантиметру. Так резко. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Вверх я могу показать. Прикольно, пиздец. Давай тем похуй. Согласен. Это то же самое, если просто на шифте подняться. Нет, долбоёб. Нет, а там шифт не надо жать, там просто кликаешь. Ой, ёбище, блядь. В сторону. Мразь. Бля, это быстрее, блядь. Очень токсичные, друзья. Да, пошел нахуй. Есть вариант ливнуть в вент, например, но на кусочке глейв, силуэт флейми. Есть вариант засейвить. На самом-то деле, по-моему, самый оптимальный, но парни решили все-таки хватит это терпеть и пытаются разыграть раунд. Ой-ой-ой, эвакуация вниз, смотри. Я подумал, может, значит, все, проебали раунд, походу. Смотри, смотри, какие нет, ты злая отмена. Не, им пизда. Говорит, так, там мой АВП подберите, пожалуйста. Слышишь? Тавик просто пойти и забрать. Мы не успели там пойти, они успели. Да, из них принесли водички, пожалуйста, я тут на работе достаю. Бля, вообще все плохо, честно. Бля, вот эта бумочка шевстрела. Пока вот кого точно хотелось бы хвалить в команде Астралис, по крайней мере, на нюке это Глейва. Его отыгрыш на улице... Бубски. Нет, блядь, сиськи в директе. Сюда КС-мак. Покажите нам Дюпри, он с ВП в этом раунде, он будет менять позицию. Нет, в девятку идет. Эвилон 192 пишет, покупай сиськи в директ, свои детка, своей девушке 5к, сестры и мамы 3к. Мне мама с ним. Посмотрим, поменяли даже... Астралис в этом эпизоде хотел бля, гениально. В каком смысле? Ну, им виднее, ну, там экономический на раунд. На нахуй, еблан. Явики там, наоборот, в эти агрессивные позиции не ставить. Ну, может, для Астралис не так было очевидно, что здесь экономика. 3000 не Стартраков. Сколько? 70 баксов.
Главное, чтобы эти сейчас авики в руки сели. Спасибо. А то могут быть очень, да, такие мощные последствия. Глейв забирает все-таки бумски. От пристройки. Ну и смотрим, да, получится ли все-таки как-то реализовать этот коллаж, если побыли дополнительные деньги. Он мог себе позволить купить. И часто на авиатор да. С одним калашом экономический раунд на многие карты. Карту, вот здесь хорошо, что? И даже без потерь каких-либо забирают. Как? Супер открытая позиция была такая папская, о, конечно. Кстати, неплохая идея. Отец играл против двух дедов на рампе и переиграли его вчистую. Несмотря на это, пусть и фрага от Дипри, пока пацаны смотрят, как Нави играет, я тренируюсь, блядь. На 30 хп, нычки, еще и фейк по установке бомбы. Его не было, а вот теперь на повторной попытке установить матч может ворваться и предотвратить этот момент. Электроник чуть-чуть не успел, чтобы спасти деньги и позволить команде заработать денег. О, кто там девайс аккуратно сыграл? Так у Элика АУК уже в руках. 2-2. Вот это да, у Перфекта там 30 хп было, как им тут отлетел. Пизда. Посмотреть этот повтор. Ух ты, ебать, чела ебало улетело. Это скин не от CS Money, это люди выставили за свой прайс. Где же ты был раньше, Глэйв? Так, ну электроник ведь такое берет, по идее. Нет, не берет. Глейв, попадание в голову. Седьмой раунд для Астралис. Времени полно, Завика можно вернуться. На 11 хп Глейв выживает. Ну и пиздец. Все мы понимаем, что недаром столько похвалы в адрес Лукаса Рассандера отправляется. Трипл килл в раунде. И он спасает этот раунд, который очень плохо мог закончиться. Представляешь, Перфект, она сидит весь раунд, ждет эту хаешку. И уже в конце, по идее, когда расслабился, когда один в два, она залетает, черт возьми, под ноги. А ты мог поменять позицию, у тебя был там, по идее, этот коридор по времени. Ну, жесткий Глейв, конечно. Слушайте, я скачал карту AIMBOTS, и я не понимаю, что происходит. Посмотрите, я вам сейчас покажу. Парень там с 30 хп еще пару килочков нашел. Так и должно быть. Да, вот Бубский сейчас так. Блин, ну они... Ладно, из-за меня раунд не проиграли. Наверное, еще для крита. 28,5 тотал. Больше коэффициент 2, меньше 1,72. Получаете бонус. Ничего не видно, Артур. Баннеру под плеером трансляции. Бля, девайс. Получил свой бонус от девайса. Снова 5 в 4. Минус 50 с хаешки, ебать. Девайс его использует. Да и не только девайс, в целом команда Астралис. Очень сложно приспособиться и угадать. Типа у меня тип. В каждом следующем раунде в какой позиции. На нахуй. Да, Глэйва наказали. Ебало тебе, уебище ебаное. Вроде бы байтил там игрока на выход, но вышел с ним. Смотри, террорист Акула. Что это за карта? Но... Он меня сейчас зарезал. Все равно довольно сложно. Еще и поджимает губки. Террорист такой. Делает это не сам, а с девайсом вместе. Ну все понимают ребята, я знаю. Может быть Бумыч там раньше как-то с улицы зайдет, но он в таком раунде не будет раньше. Так, а увидели Бумский сейчас или нет? Как бы там ни было, поджимает он в паре с тиммейтов. Мэджиск дает свой килл, Симпл спускается с крыши, но бля, палится рано, при этом прострел по Бубске не заехал. В общем-то, Флейм... Мне похуй, я еще Бубски в Дискорде. Ой, в директоре. Хотя нужно отметить, что даже если 9-6 зачай не закроют, то все равно, ну, 6 в атаке, в принципе, для Нави, мне кажется, окей. Блядь. По тем нюкам, которые, алло, я помню, кто выиграл первую карту? Сильная сторона защиты сейчас даже, чтобы... Астралис. Открою статистику, она как раз превалирующая. И у них действительно тоже есть раунды с двумя АВП, Флейми может второй на рампе брать. И также Флейми не будет там просто в АФК отсиживаться, тоже будет поджимать, уж будьте уверены. И раунды с поджимом улицы от электроника у Нави. Что-то жёшь, сука, конечно, бля. Конечно, рофлит, но... Ходер, но вторая половина станет главной проверкой. А комментаторы имеют право сделать ставку на матч? У них были проблемы. Я не знаю. Думаю, да. Непростые там матчи. Я не знаю, имеют они право или нет, но я знаю, что сидел. Героик там на многих картах, такие рубки, там нюк, та же карта Вертига. Очень интересно происходит. И со временем, не знаю, тренеры возвращают форму на карте нюк, уже с Бубски так все лучше и лучше. О, прикинь, реально тренером охуенно быть, слышишь? Хуйню всякую советуешь своей команде и ставишь против них. Принимает Глейв, Мэджис принимают, но Бумыч дает хороший размен для Нави. И тут вопрос, как сыграть. Ну чуть-чуть зафармить. А там задача не работать, не заработать. Там реально задача наоборот не работать. Ой, как Бубски здесь оказался-то! Бубский рофлит, говорит, вот один раз у меня эта позиция винтов не сработает, это был Завик. Сейчас я без Завика, у меня все просто прекрасно. Саня уже надо было бы приседать и резать его, по-моему, в такой ситуации. Пиздец. Вот, вообще очень необычный момент. Да, у тебя полно опыта, куда больше, чем у меня. Скажи, часто ли ты видишь, чтобы опорник рампы при ситуации, когда атака разыгрывает хвоста, я, кстати, отыгрывал вент?
То есть это опорник рампы, тебе дают кол, что это фаст А, и ты отыгрываешь вверх. Такое было уже два. Как ты я говоришь, уже вижу тут какую-то систему вот в действиях игрока, который спускается вниз, там проверяет еще кого-то люркера и сам поднимается с вентиля, люркер. Какие-то гранаты накидывает, но. Если честно, вот сейчас не, повезло. Это не из Warcraft? А в прошлый раз тогда он просто отстоялся в этом вентиле и умер в конце раунда. Как бы, все равно вот но там все-таки авик был в руках. То есть, может быть, там хоть он с кольтом, аугом каким-то было бы, ну, попроще там банально выйти. Дать... Бля, зачем скрывать профили? Я вообще не понимаю, профиль, нахуй. Там, выбеги Саша на дверь там. А я не знаю, что он делал. Что ему, подниматься наверх, оставаться снизу там. Вот. Да. Кто его знает, как сыграет Simple дальше. Чтобы никто не узнал, что бубские не настоящие. Там на шифте поднимаешься просто. Да, то есть один в один это уже не очень сложно. Просто если бы Саня не прыгнул в этот вентиль, то там еще были бы вопросы по взятию раунда. Ну, значит, 16 лет уходим. Позиция такая. Тут драка, ретейк, идет борьба за точку, там уже схватил бомбу, прыгаешь, а он там сидит. Что? Что ты там делаешь? Бурски даже не открывали. То есть даже для Симпла, для лучшего игрока 2018 года, топ-2 19-го по версии HLTV, это стало неожиданно. Я что-то открыл, по-моему. В том и система, на то и расчет. Не-не-не-не-не-не-не. Чтобы чувак там по КД отсиживался. Фаст А атаки. В любом случае, пишите в чат, пока как вам матч. Можете связываться с нами в социальных сетях, если хотите. Ну ладно, целенаправленно где-то нас может быть поправить. Если мне на клавиатуре не работает, хотите. Твиттер, ТАФ, ТВ, Ленин, ИТВ, Инстаграм. В принципе, тот же. Да, можем пообщаться в директе. Интерактиву с вами. Зрители. 16 к 8 отыграл девайс, Глейв. Мне какая-то тёлка пишет, ебался с Наташей. Ну, они тоже молодцы, вот все-таки это 6 раундов, это когда ты начинаешь с 0-2, ты берешь пистолетку, там какой-то экономический раунд, и закупаешься в третьем, и такими боевыми раундами пришлось отбирать здесь все в атаке у ребят из команды Астралис. Пиздец. Ну, тут сейчас, конечно, старт, как всегда, супер важен, вот если Астралис начнут с 3-0, там это будет вообще неприятно, и, конечно же, счет 12-6 немножечко заставит поднапрячься, но и не в таких ситуациях были Нави. Тут другой вопрос вообще, в общем-то, я почему не Дрейн? Короче, я тогда графику возьму. Потому что, ну, вот просто мое предположение, Астралис камня на камне не оставили в матче против Моусклинга. Нави нужно было начинать в атаке. Я, кстати, первое время тоже Якубович считал. Ебать, меня плавит, пизда, два ночи, нахуй. Какой-то игрок в интервью Нави говорил, что да, Трейн у нас хороший. Бля, это такое неуважение к игрокам Нави, блядь, запускать турниры, блядь, в 12 ночи. Видимо, Нави уёбки ебаные. Какую-то слабость именно на нюке. Потому что здание тоже по-пупски, то есть два нюка было сыграно непосредственно с ним. И против Моусборд. Да, бля, иди нахуй, что ты выёбываешься, блядь. Бля, как ты заебал, нахуй. Когда Крис Джей, он очень, ну, очень так несерьезно сыграл. Диман, зачем тебе факторы New StatTrek? Так ты хочешь стат-трек? Тебе стат-трек нужен? Прям очень? Нахуя? Ну это юзнес на самом деле. Смотри, просто стат-трек в 3 раза дороже, чем обычно. Это вообще хуйня. Не, на ноже еще прикольно, что там хотя бы... Не, ну я бы поспорил. На ноже хуже еще, блядь. Да, я согласен. Там нарисован. Рисована такая, блядь. В виде засады Глейва здесь под мейном, да. Ой, блядь. Разворачиваются с бэплута, уже почти на точку зашли, такие, а, не. Назад все забегают на плент, если реально это взрывает мозг. Самое больше для уебанов, это если сапфир или руби статрек. Там просто, блядь, нашкарябаны, нахуй. И это минус 2, это заезд на плент. Ничего такого сумасбродного, быстрого на ноге Астралис не делали. Все разыграли грамотно, в своем привычном стиле. Сначала контроль улицы. Айс Хай передает привет Глейву, наверное. Ой, что делать, все по кайфу нахуй. Да, бля, пошел нахуй. Бля, братишка, бля. Это тоже такой красивый момент. Тишину поймай нахуй. Бля, пошел нахуй. Сильно доигрывает Астралис, но перестрел, конечно. Ну ты сможешь обратно сюда залить. Ну и продать тоже сможешь. Смотри. Димас, если ты не собираешься его продавать, советую взять с тигерами какими-то. Ну там, кстати, есть авик, блядь, непонятно, прошел вниз девайс или нет. Вроде бы и тройка готова была заходить на Б плюс девайсом, четвертый из плитбейс. Бля, сейчас ну нахуй просто. Можно снять, если не забываем оставить. Невероятно сложно, и нужно было просто попадать все в лицо, что даже не думать. Так ты сотрек будешь или обычно? Ну, бля, я вот тебя лежу. Знаешь, да? И вот, знаешь, такая сложная ситуация, Элик тоже смог выскочить. Смотри, там сотрек есть.
есть... Вон. Саша, он просто пошел, всех убил. Глейв такой, а, ну спасибо, девайс, я схожу на точку. Не понял. Ой-ой-ой, коэффициент от сайта Примач при счете 5-5, кстати, наши славные друзья давали КФ-2 на Астралис, помнишь? А сейчас мы видим... Смотри, 7-5. Нижняя центральная. Это сейчас 7-5, что поставить на Нави победу? Кстати, вот по поводу использования P250 на улице, еще хотел бы сказать, что Нави сами на нюке в атаке частенько такую схему используют. Симпл получает P250, просто выезжает на улицу и тоже разносит кабинеты. В общем-то, тут Астралис ничего нового не предложили. Но ничего нового не нужно. Главное, чтобы раунд сработал. Сработал, и теперь форс в ноль от Нави. Что это? Что? Допустим, 6-12. Ну, тогда бери начинаются раунды, и что, кэф прям 7, все вообще обречены. Ну, там флот хуя. В этой защите Нави. Так, на то и намек. Верьте, верьте в рожденных побеждает. Спешите, 100% бонус к депозиту. На париматч, но это только если хотите. Так, ну посмотрим, посмотрим. Рожденные подождать. Кто выиграет. Сейчас Флейм и Симпл тут выиграют рампу. Алло, привет. Давайте-ка посмотрим. Ну, как дела? Ну, так, кстати, вот этот врыв. А, здесь Флейм в спине. Тут все, конечно, хорошо. Фармил три позиции, все шикарно. Но вот этот парень в спине. Он меняет абсолютно все. И, по-моему, он увидел Симпла. Да, да, он увидел Симпла. Минус Саша, 5-3 ситуация. Это пизда, это пизда. Не особо заметно. Ничего, кроме как подсейвить, наверное, не получится сделать. Но тут уже ребята погибают. Один, второй. Все, остается у нас Электроник. Против всей команды Астралис. И так потихоньку идут к своему 12-му раунду датчане. Чего? Ну, ТГГ. Первый оружейный раунд. Это ГГ. Ну, бери самую дешевую в таком случае, если тебе плохо идти. А мы себе ее опять. Но сложно пока, блядь, судить о чем-то по лицам игроков команды. Да, на 7 КФ чуть бы можно было подзабить. Статистика... А мы соберем 5 на 5 доту? Не, Дима, но с другой стороны у тебя есть редлайн. Я думаю, там боёво завалится. Если ты хочешь, то графит. Да. Боёво. Боёво. Собери 5 на 5 доту, пожалуйста. На 7 человек. Боёво. Собери, пожалуйста, 5 на 5 доту. Нужно 3 человека. Байоу. Байоу, это значит купить сову. Захожу на сайт. Как купить? Захожу в клуб. Забираю. Это не моя подруга, Ну и пока что, друзья, да, еще один экономический раунд. Дюпри пытается понять, что же тут на улице. Проводит разведку вместе с командой. Девайс с тиммейтом, кстати, уже с Мэрюском напрягает рампы. И чуть ли не, да, ну, по крайней мере, прогоняют перфекты вниз. Осталось понять, Вадим, есть ли тут купующий подсадка. И можно идти дальше, но в итоге оставляют одного девайса. Я что, Наташа, Диман, что ли, чтобы такое убрать? Смотри, Симпл просто сидел на лестнице вентилей. Там в сетрек есть, будешь брать? Ой, бля. Плюс три нужно. Пиши, блядь. Лейва буду зажимать. Сейчас он это понимает, хотя второй вообще просто бросил эту перестрелку, побежал там помогать ребятам на точку Б. Это был перфект, а здесь все-таки Глейв съедает. Не. Ну и смотрим, что тут перфекту. А тут и помогать-то некому. Так летит у челов, это пизда. А что за хуйня, я выходил на 5-5. Краёв лобита оставляет. Тут игра заканчивается же. Лучше бы зажали, да, он сам ничего сделал. Может, там как-то в установку ещё ворвётся, но у него ни хп, ничего не... Фруктоска пойдёт? Будешь брать такое? Ну и 12-6, ожидаемое... Балдёж. Да, там есть еще пизды. Костыч мапки, все. Пиши, нахуй. Давай попиши, блядь. А что у тебя максимально вот такое там лежает? Пиши. У меня больше. Вон, перфекто поднялся. Сука, еблан настрого ебаный. Ты видел? Говнарь. Собираться, я так посмотрел на деньги датчан. Строго причем? Не, строго. Строго. Диман, как тебе? Нет, очень быстро. В муте хуйло, ебаный. Я хочу в доту. Сейчас буду играть доту. Я не знаю, я мид иду, мне похуй. Я мид иду, мне похуй. А, не, наверное, тут не иду мид, слышь? Я что-то себя проверил, блядь. Мне похуй, за меня Косыч играет, мне поебать. Кто говорит, сливается? А ты знаешь, Картман?
А ты знаешь, как у нас Костас ебашит? У него почти 8к нахуй. 87. Да, это я с ним общался. Не, почему? У него 7500 уже. Это почти 8. Он когда уезжал с Киева, у него было 5800, брат. А, ты ж знаешь Костыча, ебать. Ебать, я... У нас у Костыча, говорит. Не, Костян ебашит вообще люто. Я с ним про доту базарил больше, чем про все остальное. Hey guys, у меня все nice. Hey guys, я кинул свайс. Спайс. Снес. Свайс. Спайс. Свайс, попей. Видит, но вот стрелять или не стрелять, раз просто огромный, пытается зайти в спину. Ой-ой-ой-ой, Санечек. Ой-ой-ой-ой, Санечек. Хорош, Александр! Хорош! Просто всех убил. Собрал говна. И вы посмотрите, даже не рад этому, понимаешь, что вот это тот раунд, который просто был необходим для того, чтобы проиграть. А иди-ка ты нахуй, я не буду плакать. Сейчас на миде, сука, развалю ебало. Девятки по тебе начинают поливать, и еще там уже на СФе нахуй я кайлы кидаю твоей мамке в сраку. Я сам не буду. А это тренер их вот этот чел спит, да? Руки нет, пихая. Я дочекать, прочекать. Там не руки. Тренера пока не показывают. Нет, там просто я напихаю, типа. Без позиции, без ничего. И вообще вот единственный шанс, это был вот такой вот отрыв. Хей, йоу, ты знаешь все обо всех? Думал, что я сдулся. Вот это тренер. Я хочу себе скелетон. Скелетон, да. Все-таки от энтри можно дровосек песни отыграть, а тут вроде бы интересный может раунд быть придумали, но совершили сумасшедший фейл. Может быть. Но разрыв все равно серьезный. Руда добывать? 5 раундов, плюс мы отмечали экономику датчан. И сейчас после шикарного бая у них остается по... Там, ну, полтора, а здесь наверное, за КТ сложнее что ли играть? Будут еще ну, здесь за теров проще, да. На ВМПшка, в руках Гуча, Аук. Ну, все равно не так жестко. Мне девочка пишет, что нужно написать, чтобы ты ответил. Ну явно не это, блин. Да, по сути, еще один, будет гораздо проще ребятам из Нави, но посмотрите, что происходит. Просто залетают два игрока. Вань, тебе нравится такая, смотри? Как нагло, да? Даже без стены смоков. То есть они просто прошли. Это всем, блядь, скинь. Не, идите в пизду. И как бы дать минус, но один игрок рокировал другого. А то у меня есть в телеге? Я больше нигде не общаюсь, да, есть? Да ладно, отпустил на релоуд. Вон, смотри. Там заодно чатик рядом есть. Вайс просто вент хочет войти, сейчас они аплайн разыграют. Или даже... Просто бля. Нагло и пошел и убил его, он да. Он точно знал, что будет... Бля. Чисто пробежал, пока тут отходил. Чтобы его вот так на IQ переиграть. Но это ну, бля, 12-7 это пиздец. 4 в 4. Да, с 15 хп позволяет себе, конечно, не, ну такое. Шансы есть. Ладно, шансы уверен были. Себе, конечно, девайс. Ты понимаешь, что морали решает. Мораль этой басни такова. А почему чел своего хуярит, блядь? Сань, ты чё, ебанулся, блядь? Все здорово. Бубский выходит на рамп. Когда Флейми уже включит свой турель? Чел пишет, гоу здесь сделаем караоке с любыми песнями с запреткой. Перестреливает перфект, и теперь у нас появляется вариант, потому что он видит спину Флеймона. И теперь бы база пуста, но потерянная на улице бомба, и за ней... А, ну хотя подожди. Там пока смог, там можно забрать. Вот сейчас Бубский понимает, что ему хана, что он серьезно ошибся, а уже и смока нет. Стоп! Я вот только не понял одну тему. Смотри, вот короче, типа... просто да, уже пару раз сложно, кидали сложно, сиськи, сложно, и потом да, они писали, Найс, ничего не отвечаешь. А что мне писать, Найс Бубс, типа, Эльс? Хуй кидать ответ. Нет, тебе нужно кидать адрес. Это неуважение, нужно комментарии обязательно. А что мне писать, блядь? Нужны отзывы. Лайк не комментарий, просто два раза тапай и пиздец. А, да, просто лайк. А, точно, реально, ебать. Это разъёб просто полный будет. Так, а мне скинули вы что-то? Тебе не хорошо. Лерочка скинула, слышишь? О, Дюприс, слушай, держал его карту, чтобы сейчас все-таки ударить. Опа, Лерочка-то настоящая. Не выдержал. Это минус деньги, как бы, для ребят. Экономический минус уже по бубке. Да. Так ты показывай, ты не рассказывай. Ты с нами идут, уйдёшь? Не, я иду спать, мне уже надо спать, но я не сплю. Но как бы... Лерочка, а ты откуда? Самое интересное, что впереди. Коэффициенты помните от сайта понимаешь? Сегодня вторник, ребята. Иду спать. Спокойно. Вторник на среду. Бля, мне только одна малая закинула в резюку. Посмотрим. 12-9. Разрыв в 3 раунда. Ой, блядь. Нечего отбирать. Обидно, да?
Вань, смотри, мне тёлка написала с этого. Вот два таких мастера, вот их сейчас попросили. Нихуя! Да, блядь, ты чё нахуй, крыса, блядь? Ну, слышишь, ну, по такой бы сразу понятно. Да, есть несколько ребят с хорошими позициями, которые часто создают эту экономику для команды, где-то экономят, где-то... Кек, да? Ещё кудес пойдёт. Это всегда очень важно. Ну и очень важно продолжать вот такую же игру, показывать ребятам из команды Na'Vi. Потому что сейчас тоже там пару ошибок, минус деньги, и уже немножечко в другом русле будет развиваться события. Здесь ошибка от Глейва, здесь наконец-то Na'Vi агрессивнее сыграли, а вот как раз Бубский что-то не вышел. А Костыч пойдет? А должен был, даже офлайн не посмотрел, в 4 часов дня. А я не знаю, как лайкать, блядь, фотки! Два раза тапаешь просто. Тебе нужно принять да, тебе надо разрешить ей писать, что там тебе можно писать. А, ебать! В общем, да, не все так просто. Давай, основной, в общем, раунд потащить уже будет сложно. Девайс пошел там рубиться с флейми, там Симпл пришел на помощь. Блять, это сложно. А, это все, мне всех нужно подтверждать, да? Да, вообще, да, тебе нужно будет принять запрос. Представляешь, у тебя завтра сколько сообщений будет у тебя завтра? Не понял, блять. Подруга просыпается, она ей в универ, она тут бац, и он пролайкал. Оп, и уже не надо идти в универ, можно ехать в Киев уже. Не понял, блять. Игроков в Астралис сами загоняют себя очень серьезные рамки, тем более бомбы не было. А значит, нас снова ожидает 2К, а значит, 11 раунд, все ближе и ближе. А, нихуя, смотри, одна скинула, и знаешь как, чтобы посмотреть это фото, разрешите получение сообщений. Ну, так, ты вообще гениально. Женись на ней, Вадя. Может быть, сейчас врыв на рамках. Ой, блядь, нихуя это фото, ебать, орнул. Так, ну вот главное такое тоже не проигрывать. Это гениально, кстати. Они тащили непростые раунды в первой половине. Ну и вот сейчас главное вот такие просто вот фейлы не допускать. Сейчас проиграешь это, там отдашь немножечко экономики, и плюс дашь подобрать девайс, ребята сами играют экономически там. Элик, жми. Жми. Ой-ой-ой, просто стыка, заснул. Эликс, ой, это, по-моему, ошибка, за ним уже идут до конца. Ой, капитан принимает, смотри. Вместе с Зашечкой, бедолаги бегут за ним все вместе, крысы. Спеши их, бомбыч, блядь. Красава, задыхая. По красному Глейву. Это 2 в 4, хотя все начиналось с преимущества от Астралис. На, ебаный ворот, наверное, нужно было оставить, когда был ков 7. А я там 7,5 был, по-моему, большой опасности был этот раунд для команды Na'Vi. Ванек залил? Ванёк, мелкий хуёк. Ванёк, походу, смотривает, слышишь, Вань, ты там ещё накидал, блядь. Он в нити, нахуй. Сейчас будет повтор, возможно, этого эпизода. Брат, кидай куда-то в общую движуху, чтобы тоже перед сном было сладко. Нет, я никуда не кидается, но боёк. Значит, полдеса в мити будет, нахуй. Я, мне надо поспать грязно, надо... Поспать надо грязно, говорит. Злой, так ты понимаешь, Вадя не будет скидывать, потому что девки будут понимать, что это по всем расходит. Девки, я никому не скину, кроме себя. Не, пошёл нахуй. Поспать грязно. Да, поехали, 12-11. Надо расслабиться перед сном. Илюха говорит такие слова, потом пишет мне только. Очень важный момент. А Вадя говорит, я тебе не скину, я скину в Африке. Что ты контуру палишь головы? Я типа никому не скину. Честно. Роми Кентоу. Только в телегу запустим. Не, даже не в телегу. Просто для себя, чтобы посмеяться. Но он даже не стрейфится, не отбрасывает грамм. Посмеяться. Посмеяться, блять. Ебать ты мотивацию девчонкам дал, слышишь? Ой-ой-ой, за три мяса, и все прошло, боже, убей! Лучше! Ну сейчас Глейв раунд выиграет, смотрите. А не. Ладно, не. Бля, ебать он не пикнул нахуй. Это 3-2-2 какой-то? Как же он вытерпел охуенно? Это 2-2-2-2-2. Ты поставил на КФ7? Где строго хуйло ебаное это? Где обрыга ебаная? Это называется... Проебем 16-14, чтобы бить. Ныряющий туда постоянно и так далее и тому подобное. Но это уже Вань! Хуйло ебаное! Как-то действительно Вань! Вань, мразота ебаная!
Вань! Ну, конечно, я вот ну нихуя ты тварюка, бля! Хуя ты бом-бом, бля, мразь! Тот был раунд... Что, Вадя уже поплава, да? Пиздец, да. Флеймон! Одного нахуй. Да не, блядь. Там только одного. Сейчас Астралис прекрасно понимают, на Б их не пропустят, там уже два игрока Нави. Может быть, есть вариант вернуться обратно. Реально, конкурс на сиськи сделать, у меня будет просто пак ебать. Сиська ферма. Так, давайте скидывайте. Ну ладно, после этого так уж и быть, блядь. Бомбы, надо радовать всех. Злой, а скажи мне, пожалуйста, ты мне сделал оценку пар твича видосов, которые я тебе кидал? Хуило ты ебане. Да, по одному. Да, отдают вам, отдают. Сделай сейчас. Нормально, надо ставить бомбы. Расставь оценки. Да, ты единственный остался хуило ебане. Вот пока сиськи мне не скинул. Иди нахуй. Сделай, хуйло. Или я без твоих оценок въебу. Мне похуй, я заебался ждать. Я не могу заанонсить. О, Лерочка, тихо. Алексей. Блядь, с ребёнком. Ренат. Ренат. Нихуя, Ренат, ты сыпишь. Вы можете в это поверить? Я думаю, да, многие могут поверить. Особенно те ребята, которые использовали. Чтобы не было так грустно, Кирилл мне кидает. Кирилл, ты смотришь? А? Ты смотришь? Ну, что да, можно сказать? Хорошо. Тут что-то непонятное пытаются делать. Астралис. Ибо Директ это прикольно, пиздец. Может быть, пауза да. Все-таки Зоник им напомнит их раунды и найдет возможность. Бля, дядь, а мне рели Малик побороться и взять парочку раундов. Малик. Маркел? Малик, а на фоне, прикинь, Малик кидает резюку, а на фоне ты. Ты со строга. Это еще хуже. Малик, Малик, а на фоне ты со строга. Кейс открывается, прикинь, я охуел, блядь. И строго сидит, и ты сидишь. И сиськи. Ебанулся. Да, никогда не думал, что такое может быть. Хуй, бля. А где строго хуила, ебаная обрыга, ебаная, мразь ебаная? Строго! Пора ручные работы завершать. Подращил, Ванёк? Что? Подращил? Честно скажу. Вот та самая, да, старая игра, сейчас просто проходит. Вопросов нет, да. Сейчас, походу, Ванёк опять отойдёт, задавайте вопросы, я конечно. Какого курьера? Давай, давай, скидывай сейчас пакеты быстро, нахуй. Вот пакетов, нахуй. Ну, пакет. Давай, все, тип какой-то. В Африке фото пакетов. Тип пошел. Ой. Кстати, не похоже на себя. Да, дрочил, и нам не говоришь. Вот реально в последних раундах не покидает ощущение, что в какой-то диктомобиль уселись датчане. Мои друзья или и кто? Просто не могут как-то или из кто? Него выбраться. Все, те же и те вот, же схемы, то есть раунды не меняются. Там поджимаемся куда улицу, заходим в секрет. И дальше будь что будет. Ну да. Вот от Бубски, ну то есть наверняка это нахуй, мусорный пакет. А руки-то почему в сперме? Долбоем, блять, или че? То есть сейчас он даже не с командой работает, а просто вот еще читал. Короче, так мы что, сейчас 1-1? Ну я не третью я ебал смотреть, 2 часа ночи, нахуй. Да я тебе говорил, Вадя, 100 тысяч нужно было лить, блять, на нами. Так кто говорит? Так что ты не налил, долбоёб? Да, блядь, это не лучший ГГБ, нахуй, там вечеринка становится быть полтора дня. Я охуел так базарить на ГГБ. Потом ещё, блядь, счёт заблочит. Я обрыга ебаная. Ребята, надо что-то делать. Вспоминаем, я даже не знаю, кого он, Стика, его команду. А потом через полгода будет сидеть рассказывать, ГГБ, лучший букмекер, я ставлю только на ГГБ. Паша не в пизду, они меня изучают, нахуй. Как я... Сейчас очень много думают о игре соперника, это, конечно, важно. Так, и ждем пока что бупсы, чтобы сладко было. Не, очень сложно понимать, настоящая это фотография или нет, потому что, типа... Гугл, блядь, чел свой сосок скинул, ебанот. 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 Это как енот ебанат, ебанот. Ну, для Нави здесь даже и думать не надо, посмотрите, там деньги уже по 14-13 тысяч, там скоро уже нужно думать о том, девайса? Как они не сгорали, куда-то да, выкидывать эти дропы нужно. А если тиммейты не умирают, с этим посложнее. Блядь, нахуй я свистю, блядь. Приятно. Малик написал, да, и Малик, и чё смешного. Хуя угар. Гранат
уже половину Астралис потратили, разбросали улицу. Я не знаю, как он на фоне его сделал. Сейчас это более-менее похоже на фейк. Электроник пока работает на секрете, при этом свой дым отбрасывает сразу, даже не имея инфы о непосредственном проходе. Если навитащат, скидываю свой пенис в телегу. Сами датчане сейчас поджимаются под мейн, все это похоже на сплит-атаку. Именно эту карту? А потом как Моргенштерн. Наебал! Через мейн. Бумыч проверил улицу, никого здесь не увидел. Астралис поняли, что это была проверка, сейчас пойдут, наверное, на сближение с мейном. Вторая флешка от Бумыча. Снова никакого зрения на улице нет. Кексвейд, блядь. Омега Пакчам. Ванёк. Ой, Ванёк, Санёк, блядь. Запускайте Даст, блядь. Конечно, Даст, она же шлюха. Давайте, сука, руки в ноги и бьёбен забитен. Тихо, тихо. Комбэшет с 12-6. Это потому, что я зашёл. Бля, пиздец, можно было 7-5. Можно было на 7-5 КФ влить 100 тысяч долларов и получить 750 тысяч долларов. Как ты думаешь, кто бы кто такое сделал? Никто. Да хотя, как мы видим, в этой динамике, может, и 14-й бы Астралис не спас. Не, ну знаешь, только не примут. Тренер команды. Бля, я, кстати, без рофлов. Я, кстати, без рофлов. Знаешь, что, Картман? А ты говоришь, типа, что я не верил. Это потому, что я не думал, что много девчонок, ну, типа, вот, знаешь, как говорится, могут пересилить такое. Я уверен, что пацаны хуи скидывают. Это вообще легко, нахуй. Забей, понимаешь, твое много это в процентном соотношении. Типа, с твоего там 1 миллион и 200 тысяч подписчиков найдется человек 100, и тебе будет сказать, что это много. А это на самом деле... Не, брат, мне когда кидают сиськи, я кидаю пенис в ответ. Хуя. А потом еду к ней, когда у нее спит ребенок, да? Мне пишет какая-то девчонка, не свисти канарейка, ебаная 192. Слышишь, лучше б жопу скинула, нахуй. Кинули подругу, она сосках у нее строила замазывается. Чё, блядь? Той динамик, который мы видим, смотри. Вообще чудо, может, Астралис позволит дойти на цензура там строгая, если так, просто плащик. Похоже на карту Даст-2. Настюша. Вареничная? Ну, поехали. Настюша. По улице, видимо, будут проходить под смоки сейчас Астралис. Либо одного запустят, либо всю кучу. Ну, а в итоге тут. Похоже на сплит Б, да? Двое проходят сейчас по смокам. Нахуй, этот снейр нормальный был. С мейна спокойненько проходит. Бля, ищите Нави, пожалуйста, я пойду спать с душой. На подсадке, да? Да, с короче, у Нави на этом, на Дасте есть только одна проблема. Если типа будут бегать и ебать Бэплэн, то... Надо будет поменять флейме, да? Бэплэн будет ебаться очень жестко. Сольют Астралису. Бля, реально... Они не могут типа взять, блядь, флейм посередине игры, нахуй? Нет. Нет, там все решается до карт вообще, ой, до игр. Сайт в спину не зайдет. Почему тут флейм? Пошел, посмотрел, да. Короче, не, ну, окей. Остаемся на позициях. Там либо все просто хотел на последний раунд зайти разъебать. Александр, ты лучший, Саня. Александр. Бумич, блядь. Так, а здесь уже 23 секунды. Бумич. Конечно, он затащит, он капитан. Все, сейчас с вами еще не на среду дает, Саня. А они на симпла берут, на подсадку, да? Раз-два включаем. Сюда, молодцы, Нави. Я ни разу не верил в вас. Ни разу. Я ни разу не верил в вас, блядь. Ой, ты, наверное, хотел что-то другое?